история Рима была на протяжении где-то с 5 по 5 тысячу лет. Тысячи лет. В 5 веке нашей эры происходит падение Римской империи. И она разделяется на две части. На Западный Рим, впоследствии с главным католическим собором в Риме Святого Петра, и на Восточный Рим, впоследствии там станет главный христианский собор Святой Софии в Константинополе. Это чуть позже. И здесь у нас будет оплот католиков. Потом в 1054 году на Вселенском соборе у нас будет провозглашено православие. Но это позже. В данном случае важно понять, что в 5 веке у нас происходит падение Римской империи. Мы с вами рассматриваем искусство, непосредственно живопись западную европейскую. Вот это мы рассматриваем. Восточные это у нас следующим этапом, на третьей части мы ее рассмотрим, когда будем изучать русскую живопись, потому что очень большой, скажем, исток шел из восточного Рима. 5 век до нашей эры. Слышали эпоха Средневековья? Эпоха Средневековья началась в 9 веке. 9 век, где-то 9-13 век нашей эры. Эпоха Средневековья. В Средневековье как таковой была живопись, но мы ее не рассматриваем, потому что она была незначительная, и в большей степени там была архитектура.